Нет, бежим! Куда? Нет, папа! Это рыбак-маньяк, посмотри! В молодости! Не заходите больше, вы мне сниться будете. Занимаешься? Сначала покажи мне дневник. Да, мам, конечно, смотри, не пятерки. Ой, господи. Вообще так не притворялся обезьяной на уроке биологии, ругался немецким матом на английском. Забрал у одноклассника штаны и убежал. Пошли его в унитаз выкинем. На, мам. Неужели опять туалет сломался? Сколько можно? Это самый тупой побег. Отлично, папа ушел из комнаты. Мне кажется, в этом гноме что-то есть. Нужно только найти способ его разбить. В каком месте у него что-то есть? Не знал, что у этого старика есть свои свиньи. От старика не спрячешься. Он нас увидел! А ты сможешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? 1, 2, 3. Молодец, спасибо. Ты настоящий искатель приключений. Новый Schoolboy, всем привет! Привет, друзья, вы на Валеришко Плей! Дом, школа, деревня, ребята, сегодня пройдем все! Мам, можно я схожу погулять? Нет. Сначала покажи мне дневник. Да, мам, конечно, смотри, не пятерки, ой, господи! Вообще так не притворялся обезьяной на уроке биологии, ругался немецким матом на английском. Забрал у одноклассника штаны и убежал. Лера, мы с тобой прям отличники! Это же не девочка! Не, ну там вроде одна троечка есть, появилась надежда. Никакой улицы. Ты наказан. Ну, мать, мам. Наказала нас. Жопа ребята, такая. Сбежать надо. Ставьте лайк. Родители закрыли дверь на ключ. Хорошо, что у меня есть запасной. Да ты шо? Опа, вот здесь, наверное. Да, ребят, берем, какие мы предусмотрительные. Ой, так, мама должна думать, что я всегда в комнате. Ага, понятно. Она не должна меня больше нигде видеть. Окей. Все. Мам, пора, заходи, мы тут шкафчиками поиграемся. Пора проведать сыночка. Мам, мы здесь. Если что, мы в шкафу. Заходите, посмотрите. Уже интересно, а ничего, что мы уроки не учим, а просто вот это так шатаем. Ой. Мама! Сынок занимается, не буду ему мешать. Да ты шо? Если мама зайдет, надо, чтобы она подумала, что я занимаюсь. Нужно найти учебник по математике и положить его на стол. Ага, все, пошли искать учебник по математике, выходим. Ха, вот он, прямо возле портфеля. А то, что мы открывали вот ящички, да. Ее не смутило, то, что мы какую-то хрень собираем. Так, положили на стол, отлично. Все. Теперь можно заняться побегом. Занимаемся побегом. Так, зеленая что у нас? Найдите полезное в кладовке. Ключ. Вода. Только вот, чтобы туда попасть, мы уже нужно его найти нашли, ключ. Спасибо. Мне показалось, или я что-то слышу? Папа, воу. Мы смотрим на ковер, на потолок. На вентилятор. Потанцуем. Вентилятор из лампочки. Мы тренируемся к балету. У нас папа, скоро танец. Воу! Какой у нас папа? Пап, ты куда? Кажется, показалось. Показалось. В туалет. Ты слышишь? Пора обыскать вещи. Кладовку. Нам пора обыскать кладовку, нам написали. Бать, закрывай за собой дверь. Все, свободен. Он можно, не можно уже? Дверь. Закрыл. Все, побежали. Так, исследуем кладовку. Оу. Пора проведать сыночка. Земля. Ай, мама, проведать сыночка. Слушай, мать, хватит нас проведывать. А ничего, что у нас в руке... Ничего, что у нас в руке мешок земли, Лера. Главное, чтобы мы в комнате находились. О, привет. Мама, мы здесь учим уроки. Сынок занимается. Не буду ему мешать. Сынок занимается. Вообще. И как же мне может помочь этот мешок с землей? Так, как мне может мешок с землей? Пошли его в унитаз выкинем. На, мам. Нет, в унитаз давай. Неужели опять туалет сломался? Сколько можно? Это самый тупой побег в мире побегов. Папа ушел из комнаты. Я знаю, что у родителей где-то спрятан сейф. Пап, там кто-то... Нужно его найти. Папа, там кто... Что ты дверь открываешь? Было кучу, навалил там большую. Земли. Так. Пришли. Сейф, где же сейф? На у родителей в кабинете. Здесь он был в той игре. Вот он здесь. Что это был за звук? Нет, это был не звук. В комнату. Тебя слышат. Возвращаемся. Сходишь с ума. Пап, мы тут. Пап, ты будешь нас проветривать? Или проветривать. Проветривать. Открыть окошки, там проветривать. Пап, почему ты... Ты как ты так быстро уже весь унитаз починил? Ты чё? Пап, почему ты нам никогда не смотришь в глаза? Нам нужен ключ от сейфа. Кажется, показалось. Да. Чё, показалось, что куча земли. Блин, нужно где-то найти пароль от сейфа. Да. Ага, нам нужно найти пароль от сейфа. А, он пошел за инструментами? Пап, слушай. Не, пап, тебе не показалось. Вернись, там много земли, я тебе говорю, тебе хватит. Смотри нам в глаза. Интересно, почему мама его постоянно дверью бьет? Из кухни. Не так интереснее. Так, ключ от сейфа, где он может быть? Так, папкины журнальчики, папкина водичка, папкин футбол, папкина бумажка. Ого, кажется, на этой бумажке код от сейфа. Ага. Только его невозможно разобрать. На кухне точно найдется то, чем можно процедить бумагу. Мама постоянно находится на кухне. Как бы ее отвлечь? Нужно как-то отвлечь маму. Пап, ты что, невидимым мечом? Опять этот кот уронил мой любимый цветок. Это Мурзик! Это не мы! Супер, теперь можно обыскать на кровати. Да, там был кот на кровати. О май гад, у нас есть кот. Мама, иди Мурзика потыкай носом. А мы с бумажкой постоим. Наругай, а мы с бумажкой постоим. На кухне что, чем процедить? Наверное, вода, я не знаю.
А, при помощи лимона, ребята, можно же разгадывать коды, зашифрованные на бумаге. Папа думает, он такой крутой, написал невидимыми чернилами. Да, дело сделано, пойду продолжу готовить. Мама, так ты так быстро уже горшок склеила? Теперь я могу открыть сейф. Я знаю код. Теперь я могу открыть сейф. Ага, все, пора открывать сейф. Побежали. Мама зашла. Дверь за собой закрывать не забудь, а то папу прибьешь. Так. Мне кажется, папе проверяем. Папе открываем. Ключ! Ребята! Мы сбегаем. Наконец-то я починил этот дурацкий унитаз. Пап, ну ты красава. А мы у пока меня есть сбежали. Ключ. Наконец-то я... Попался! Бежим! Куда? Нет, папа! Пап, ты что? Твой план сработал отлично. Тебе удалось сбежать и провести классное время с друзьями. Погнали, ребята! Училка заперла меня здесь. Как бы мне выбраться? Через дверь. Окно. Пускай подумает логично. Над своим поведением. Дверь закрыта. Что есть? О, окно. Отвертка лежит на одной из пар. Петенька принес с 9 Б. Так, открутим. Получилось. Надо бы найти, чем можно открыть дверь библиотеки. Вот ключ. Лежит. Слушай, класс прям вообще. Стоит проведать этого бездельника. Она меня идет проведывать. Нет. Вот блин, сейчас она вернется в класс. Так хочется на училку посмотреть, ребята. Учительница, можно я займу ваше, пожалуйста, место? Мы тут это... Мы тут проводим урок при пустом классе. Мы тут читаем. Класс-призрак. Мы тут читаем и играем. О май гад! Занимаешься? Ну ладно, не буду тогда мешать. Да, кажется, вентиляция. Не заходите больше, вам не снится будете. Только не, вы же не видели, что вентиляция... Но надо придумать, как отвлечь вахтера. Да, нужно отвлечь вахтера. Где вахтер? А чем его можно отвлечь? Извините. Вахтер, ты где? Там. О, вызовем. Внимание! Вахтер вызывается в кабинет директора. Мы отвлекли! Кажется, пора уходить. Мне нужно найти что-то, пока вахтер не вернулся. Так, что может быть у вахтера в кабинете интересного? Пока вахтер пошел. Интересно, как выглядит вахтер? Друзья, обязательно поставьте лайк этой серии. Спасибо за ваши пальцы вверх. Очень-очень они нам помогают. Ха! Лера видела! Я нашел! Нужно быстро вернуться обратно через вентиляцию. Ломик, хорошо. Сам ты квадратный. А что при помощи этого ломика? Можно гвоздь. О, можно вазу тут грохнуть. Это мне прям не нравится, она плохо стоит. Тебе скучно? Так, вот что тут, а тут что? Ничего нет. Она сейчас проверит. Зачем нам 5 предметов, если мы берем по одному? Она проверит тебя, тебя там нет. А, все, я пришел. Марья Ивановна, мы пришли с ломиком, если что. Вы не обращайте внимания ни на нас. Занимаешься? Левее. Ты даже на нас не посмотрела. Я знаю, что в кабинете училки есть шкафчик, который я могу открыть гвоздодером. Но как ее отвлечь? В кабинете училки. Отвлечь вазой. Она мне давно не нравилась. Это моя любимая ваза. Любимая? Да. Получилось? Надеюсь, я смогу найти что-то полезное в кабинете учителя. 100%. Побежали. Сейчас нападет склеивать вазу. Мы дождемся, пока она войдет. Слушай, у тебя там котик бежал, мышка хвостиком махнула и ваза котик упала. Котик или мышка? Соберись. Она не видит большую... Все, нагнулась. Так, побежали. Выбегаем. Там где есть... ее кабинет, как ты думаешь, Лера? Вот. Там что-то есть. Вау, ну и кабинет. Ха! Ключ! Я что-то слышала в своем кабинете. Так ой, это, ой, наверное, ой, ключ. Не слышу. Это не от наконец-то выхода. Я нашел ключ от комода вахтера. Отлично. Комод вахтера. Надеюсь, там будет что-то полезное. Все, ребят, нужно пробраться в комнату вахтера. А мы его отвлекли. А как отвлечь опять вахтера? Он же, наверное, там? Наверное. Входите, учительница, потому что мы вас тут ждем. Или вахтер. Войдите кто-нибудь. Кто-нибудь. Мы вас ждем тут. Уже ушла, наверное? Ладно, пофиг, побежи. Мы же не в том кабинете были. А, точно. Она зашла, посмотрела, такая, блин, он, наверное, ушел в другой кабинет. Мы такие, да. Да, к вахтеру нужно проходить через вентиляцию. Иначе и нужно найти его комод. Интересно, ребят, что в комоде вахтера? Может, там ключ от входной двери? Вахтер, он же типа как сторож, охранник, он охраняет школу от всяких там этих. Ключ! Вот оно, нас. Это ключ от сейфа директора. От сейфа директора? Как же мне выманить вахтера из кабинета директора? Надо найти что-то, что может мне помочь. Вторая ваза. Может быть, типа опять ему сказать передать привет фикус по радио? Я до фикуса не допрыгну, Лера. Что-то должно быть еще. Мы еще не все комнаты посмотрели. Пора. Так. Вау! Наверняка я смогу ключ отвлечь вахтера с помощью этого, но как? Лера, его раньше не было. Где можно сломаем использовать пуалет гаечный ключ? О. Кстати! Что-то с трубой. Кстати, пора, ребята, уматывать. Вы заметили? Отлично, я отвлек вахтера. Вахтер идет сюда. Осталось открыть сейф в кабинете директора. И пока вахтер сюда придет, нужно будет пробраться в кабинет директора. Ребят, вы заметили, что предметы ключа не было в классе? Он да, появился. Они магически появляются. По мере того, как мы проходим, друзья, предметы появляются. Так.
Что, он уже ушел, Лера, как ты думаешь? Вахтер, приди, войди. Здесь еще будет 3 марта в деревне. Неужели там будет рыбак понятно? А вот здесь там. Викуся. Ой, Викуся с Игорюсей. С Игорюсей. Они с нами скучают. Слушай, я так с вахтером и не встретился. Как мы так с ним разминулись пару раз? Так, заходим. Потому что если мы встретимся, то это будет последняя встреча. Это ключ. Я уже чувствую вкус свободы. Пора бежать. Я чувствую вкус пирожков. Пора бежать. Ей, сбегаем. Вахтер, мы так тебя не нашли. Тебе удалось сбежать из школы и отлично провести весь день. Класс. Ура. Смотри, какие мы милахи. Хорошо. Так, погнали. Деревня. Ну что, что нас ждет в деревне, друзья? Ставьте лайк. Обязательно до конца досмотрите. Это спасибо же был за всего лишь лайки. Безобидный пранк. А, мы пранканули рыбака. Подросток. И он нас закрыл в сарае. Так, у нас с вами глазодер. Открываем цепи. Ой, не глазодер. Может, я смогу выбраться наружу, отпилив это окно? Но как? Ножовкой. Надо искать ножовку, Лера. Давай. Кстати, там был какой-то сундук. Корм! У него есть коровы? Я подумала, блин, ящик закрыт. Блин, ящик закрыт. Возможно, в ящике лежит ножовка, с помощью которой я смогу отпилить окно. Ага. Только вот ключ, скорее всего, у этого деда. Пора. Там дед на медведе. Дед на медведе. Мне нужно вернуться обратно. Он идет меня сейчас проверять. Сейчас мы с ним познакомимся. Странный электрощиток мы какой-то. Мы тут это сидим. Вон он идет. Вы страшные. Это рыбак-маньяк, посмотри. В молодости. Фу. Даже не думай о спасении. Тебе тут еще долго сидеть. Как же мне выманить этого рыбака, чтобы обыскать его комнату? Да он дрыщ дохлый. Давайте. Стойте, подождите, давайте поговорим об этом. Мы же взрослые люди. Мы же взрослые рыбаки-маньяки. Видел, сколько он дрыщ? Мы все. Так, как мне открыть сундук, в котором лежит ножовка? Хватит стоять на этом медведе, что он сделал? Мне нужно где-то взять ключ. Это шум из ванны? А, иди проверь. Нужно спрятаться в кладовке. Нужно спрятаться, нам сказали. Ну, мы же типа спрятались в кладовке. Мы тут рыбачим. Почему вода течет сама по себе? Это мать. Потому что кран открылся сам по себе. У меня есть время. Потому что тебя призраки. Зачем ты медведя убил? Вау, леска, отвертка. Видела, шило не бралось, кстати. Что же мне делать с леской? О, пойдем в унитаз карасика ловить сейчас. А куда он пойдет? Он прошел мимо. А мы в туалет. Ха! Уважаемый унитаз, можно вас рыбку половить? Ключ поймали! Это ключ! Получилось! Че? Че? Это ключ от... не от сундука? Он идет? Не знаю. Ну, пойдем проверим. Постоим. Извините, вы идете? Господин рыбак. Так. Отсюда. Подходит. Вот. Ножовка. Выбрали, наружу. Ребята. Нашли. Надеюсь, у меня хватит сил отпилить решетку. А он, интересно, меня не услышит? Все. Черт! Возвращаться надо. Нет. А, короче, мы выходим в другую локацию. Быстрее. Падай. Мы тут это в пол смотрели. Мы тут разбираем мусор. Да, смотри, сколько нам тут пиццы заказали. Смотрите, как кстати, вкусно. Ничего больше не берется, к сожалению. И никаких новых предметов не появляется. Нужно... Тихо. Даже не думай о спасении. Тебе тут еще. Да мы это сидеть. Уже слышали. Надо посмотреть, что у этого деда на заднем дворе. Да, сейчас он уйдет, и мы пойдем смотреть. Вали уже. А ничего, что у тебя там окно как бы открыто? Он туда не посмотрел. Он смотрел в другую сторону. Так, уходим. А не дует ветерок? Что же у медведя на заднем... Ой, у деда... Ой, господи, у рыбака на заднем... Смешались люди-кони. Вау, рубильник! Это похоже на то... О, это что, мистер Мид? Корм? Насыпаем? О, господи. Мне кажется, в этом гноме что-то есть. Нужно только найти способ его разбить. В каком месте у него что-то есть? Не знал, что у этого старика есть свои свиньи. Ребята, а чем разбить гнома? Кушайте свинюшки. Я не знаю. Ой. Что-то, видимо, под свиньями. А чё? О, смотри, они забагались. Одна лапками ест. Ребят. Молоток! Они стояли на молоток. Разбиваем. Получилось? Гнома. Правильно, свиньи припрятали молоток. Теперь я смогу разбить гнома. А что гном припрятал? Ключ! Что за звук с улицы? Нет! Это не ой-ой, звук. Как это ты не спалился. Нужно ребята, уйти отсюда. Нужно бежать. Мне нужно пробраться отдельно, опять в свою комнату. Там включить рубильник. Быстрее, что ты делаешь? Я хочу посмотреть на рыбака. Свиньи, что ли, сломали гнома? Да, прикинь. Вот это свиньи. Вообще, свиньи так свиньи. Вредные. Жопа. Такой гном был прикольный. Странный очень в позе. Че? Не говори ему. Этот гном просто... Он это уже знает.
Так, нужно проникнуть в сарай. Где сарай? Здравствуйте, вы сарай? Открываем. Слишком темно. Я ничего не вижу. Рубильник. Нужно найти способ включить свет в сарае. Не берется. Короче, нужно побежать опять на нашу кладовку нашу, где мы сидим, где нас закрыли. И найти свет. Включить рубильник, попытаться туда его поставить и взять вот это вот, вот эти вот кусачки, болторезы. Я что-то слышал или опять слух подводит? К врачу сходи. У тебя слух подводит. Обратись к врачу. Так подводит, так сейчас, подводит. Сейчас подождем его. Он должен прийти. Он сюда идет, Лера? Мы тут это сидим. Входи, рыбак. Пиццы закажи нам, мы проголодались. Мы тебя тут ждем. А то мы твоих свиней там пойдем поедим. Нет. Даже не думай о спасении. Тебе тут еще... Там никого нету. Говори мне, мы здесь. Мы бы никогда не думали. Мы бы никогда. Ну что, все готово к побегу? Да. При помощи этих кусачек, которые мы сейчас возьмем в сарай, ребят, мы открываем ворота. Цепи режем. Давай. Ворота закрыты, по-моему, там на замок или на цепи на какие-то. Так, где оно? Берем. Давай. Есть. Есть. Теперь я смогу срезать цепь и убежать. Супер. Почему я слышу звуки из сарая? Тебя послышалось. О, нет. Бегай. Бежим. Тебе интересно посмотреть на него? Фу. От старика не спрячешься. Он нас увидел. Ты такой быстрый. В Олимпиаде, наверное, играл. От старика не спрячешься. Мы спрячемся, не волнуйся. Слушай, спортсмен прям. Видишь, как бежит. Режем. Ну, все, погнали. Тебе удалось сбежать от рыбака и уплыть далеко от его хижины на лодке. Ура! Обалдеть, мы еще и на лодке поплыли. Друзья, поддержите лайком эту серию. Смотрите все видео на всех наших каналах. Валеришка Макс, Максим, Play Games Family. И на наших новых каналах Влад и Лера Реакции, Валерий Кэт, Влад и Лера, Влад и Лера Играют, Лина Сим, Валеришка Супер Макс. В описании под роликом все ссылки, переходите. Мы вас очень любим. И стараемся только для вас. Вы нас самые лучшие. Всем пока. Пока-пока.